В режиме повышенной готовности. Чтобы не допустить подтоплений, спасатели Юпитера продолжают очищать водоемы от мусора. Сегодня экстренные службы работали на плотине в поселке Пролетарский. Вместе с дежурной бригадой убиралась и наша съемочная группа. Гидротехнические сооружения должны работать без сбоев. Аварийная ситуация на плотине недопустима. Поэтому спасатели чистят водоемы от мусора. В рамках исполнения постановления главы городского округа о введении режима повышенной готовности в связи с обострением паводковой ситуации в целях профилактики аварийно-спасательная служба «Юпитер» проводит чистку гидротехнических сооружений на водных объектах. Это плотина в поселке Пролетарский. Спасатели из Юпитера убирают топляк, поросль, мусор, ветки деревьев. Работы дежурной бригаде предстоит еще много. Мы занимаемся очисткой водоема в связи с тем, что происходит забивка плотины, которая может привести в последующем к ее засору, а это грозит подтоплением ближайших территорий. Паводка – ситуация под особым контролем муниципалитета экстренных служб. Гидротехнические сооружения и плотины спасатели обследуют ежедневно, как и чистят водоемы. Для граждан, которые будут отдыхать на этой территории и на этом водоеме, попрошу не засорять природу, которая возле водоема, и вообще не засорять природу. И еще хочу всех предупредить, в связи с тем, что еще остался мусор и плотина не очищена, пляжный сезон еще не открыт. Гидротехнические сооружения спасатели приводят в порядок по мере их загрязнения. На данный момент они очистили от мусора уже две плотины.